Давно не виделись. Девочки уже пошли мне в основной инстаграм писать, где эфир в клубе. Вот. Здесь эфир, я не стала вас сразу подключать, чтобы не писать ненужные речи. Угу. Вроде бы все видно, слышно. Тогда ага. Клуб я вас выключаю в плане комментариев. Ага. Трусь. И приступаем к практике. Да ни за что, Лен. Я же для этого вас веду в клубе, чтобы мне задавать вопросы-ответы. Это точно, да, Мариша, там и тут. Да, всем привет. Здесь йога. Йога для спины. Кто никогда не занимался... Сейчас. Рус, вы, наверное, хотели выиграть что-нибудь, но вы не сможете, потому что я вас блокирую. Прикольно, да? Сами себе враг. Сам себе враг. Ну, извините. Людей, которые мне не нравятся, я блокирую, поэтому если вы пришли только ради конкурса, то сидите тихо, как мышки в моем инстаграме. Иначе таким хорошим пендалем вылетите, вы даже не представляете. Прям с ноги пойдете отсюда. Я пока выключаю комментарий. Штраф. Да, то вы меня замучите. Итак, сели в полулотос. Еще раз, для тех, кто никто никогда не занимался йогой, эта практика подойдет. Это мягкая практика, будет немножечко силовых асан, чуть-чуть совсем. Сели в полулотос, тянемся макушкой головы вверх, копчик давит вниз, силой собственного тела вытягиваем позвоночник, дышим только через нос, поднимаем дыхание снизу живота, делаем вдох через все внутренние органы, выдох, вдох, выдох. Еще раз делаем вдох и выдох. На вдохе поднимаем руки вверх, делаем вдох, выдох, вдох, выдох, вдох. У нас то выдох. Плечи отпустили, лопатки свели. Животы подтянули. Дышим через нос. Вдох. Выдох. Вдох. Намасте, выдох. Почувствуйте тепло в своих ладошках. Ладони становятся горячими. Почувствуйте энергию в своих руках. Пускаем ладони на колени. Вдох, на выдохе наклон головы в сторону. Вдох, выдох в другую. Вдох, выдох, вдох, выдох. Делаем вдох, на выдохе наклон вперед. Вдох, выдох, вдох, выдох, вдох, выдох. Поворот головы. Вдох, выдох через сторону. Вдох, выдох, вдох. Выдох, вдох, выдох, круговые вращения. Делаем два круга в одну сторону. Вдох, выдох, вдох, выдох. В другую вдох, выдох, вдох, выдох. На вдохе наклон, вдох, выдох. Округляем спину, уводим корпус назад, держимся за коленочки. Вытягиваем позвоночник. Вдох, выдох, вдох, выдох. Еще раз вдох, выдох. Раскачиваемся из стороны в сторону мягкой волной.
Вытягиваем позвонок за позвонком. Остановились. Ладошки упираются в колени. Работает только грудной отдел. Вдох. Выдох. Вдох. Выдох в обратную. Вдох. Выдох. Вдох. Выдох. Тянемся макушкой головы вверх. Копчик давит вниз. Вдох. Выдох. На вдохе поднимаем руки. Вдох. На выдохе наклон. Тянемся левой рукой в правую сторону. Левое колено стараемся прижать к коврику, растягиваем весь левый бок. Вдох. Выдох. Делаем вдох, поднимаемся. На выдохе наклон в противоположную сторону. Вдох. Поднимаемся. Раскрываем грудную клетку. Вдох. Выдох. Вдох. Выдох, вдох, выдох, вдох. Намасте будто лопаток. Собрали ладошки. Вот таким образом. Вдох, выдох, вдох, выдох. Отпускаем ладошки. Левое колено вперед. Правая нога назад. Экопада Раджа Капатасана. Поза царя голубей. Бедра закрыты. Следим за осанкой. Плечи отпустили, лопатки свели. Наклон. Вдох. Выдох. Вдох. Выдох. Вдох. Выдох. Обхватили правой рукой. Коленостоп правой ноги. Давим сильной ногой в ладошку. Локоть не сгибаем. Раскрываем грудную клетку. Перенесли стопу в локтевую складку. Бедра закрыты. Вдох, раскрываемся. Выдох. Вдох. Выдох. Отпускаем стопу, подтянуть правое колено к левому. Вместе со мной вдох, поднимаемся. Выдох. Вдох. Выдох. Вдох. Выдох. Ладошки на стопы. Раскрываемся в позу верблюда. Поднимаем бедра, грудную клетку. Тянемся подбородком вверх. Опустились на пяточки, руки в замок, делаем вдох. На выдохе наклон в позу зайца. На вдохе поднимаемся вверх. Экопаджа, это экопада Раджа Капатасана. Меняем в сторону. Правое колено вперед, левая нога назад. Бедра закрыли, наклон. Вдох. Выдох. Вдох. Выдох. Вдох. Выдох. Обхватили левой рукой, голеностоп левой ноги. Раскрываем грудную клетку. Давим себя ногой в ладонь. Перенесли стопу в локтевую складку. На вдохе раскрылись, вдох. Опускаем стопу, подтянули левое колено к правому. Бокасаны ставим стопы, раскрываем колени, следим за осанкой. Спину не округляем, иначе вы будете группироваться и кувыркаться вперед. Пальцы рук немножко растопырили. Локти в стороны смотрят, не сильно, не утрируйте. Поднимаем таз вверх и медленным движением переносим себя на руки. Позу журавля.
Ставим стоп и вдох. На выдохе разогнули колени. На вдохе в позу стула вдох. Руки прижали к ушам. Следим за осанкой. Спину не округляем, животы подтянули. Вдох. Поднимаемся на пальчики ног, тянемся высоко-высоко. Выдох. Варикшасана на правую ногу. Перенесли центр тяжести на правую ногу. Поймали баланс. Поза дерева. Мысленно убежали в стопу. Представили, что у вас выросли корни, они крепко держатся за почву. Нарисовали прямую линию через всю себя. Вдох. Выдох. Обратите внимание на баланс. Если он вообще, если вас качает, шатает в стороны. Баланс в теле обо всем говорит. Значит, у вас нет внутреннего баланса. Что-то раздражает. Какая-то, может, внутренняя агрессия появилась. Может быть, страх. Что-то, что вас выбивает из равновесия. И тело об этом скажет. Вдох. Выдох. Пальцы рук направили вверх. Плечи отпустили, лопатки свели. Руки в напряжении. Вдох. Выдох. Стопу на бедро. Вот, смешался не вдох. Намасте, выдох. Следим за осанкой, спину не округляем. Вдох. Выдох. Вдох. Выдох. Меняем ножки местами, варикшасана на левую ногу. Выходим в баланс. Вдох. Намасте, выдох. Вдох. Выдох. Вдох. Пальцы рук направили вверх. Выдох. Делаем вдох. Пускаем руки, выдох. Стопу на бедро. На вдохе поднимаем руки вверх, вдох. Намасте, выдох. Согнули левое колено. Следим за осанкой. Вдох. Выдох. Вдох. Выдох. Триконасана на правую ногу. Правая нога впереди, левая перпендикулярно. Плечи отпустили, лопатки свели. Бедра, грудную клетку раскрыли. Смотрят в одну сторону, не деформируем линии. Вдох, на выдохе наклон. Таз назад не уводим, раскройте бедра. Рука, левая рука смотрит вверх, не падает ни назад, ни на голову, ни вниз, вверх. Вдох, выдох, вдох. На выдохе перевернуты треугольник. Выдох. Тянемся левой рукой к правой стопе, правой рукой вверх. На вдохе раскрутили, делаем вдох. Ладошку на пол, колено согнули, вытянутый треугольник. Выдох. Обратите внимание, колено не заходит за пальчики стопы. Хороший глубокий выпад. Раскрыли грудную клетку, вы упираетесь плечо в колено. Раскрываетесь. Вытянутый треугольник. Перешли на две стопы, тянемся макушкой головы к коврику, спину округляем, живот подтянули. Пальцы рук под плечи, на вдохе поднимаем корпус вверх, вытягиваем позвоночник силой собственного тела. Стопами толкаемся в одну сторону, руками в другую. Не спеша на вдохе выросли, вдох. Меняем сторону, выдох, наклон. Триконасана на левую ногу.
На выдохе перевернутый треугольник. Выдох. Вдох. Раскрылись. Ладошку на пол, колено согнули. Вытянутый треугольник. Перешли на две стопы, тянемся макушкой головы к коврику. Пальцы рук под плечи, вытягиваем позвоночник. Правая рука по центру, левая на вдохе тянется вверх. Вдох. Выдох, меняем в сторону. Вдох. В стиле выдох. Не спеша на вдохе поднимаемся, вдох, отпустились в волну, выдох, вдох, выдох, вдох, вдох. Намасте, выдох, отпустились в позу богини, бедра раскрыли, таз назад не уводим, вперед, плечи отпустили, лопатки свели, следим за осанкой. Ладони на колени, пальцы вовнутрь, вдох. Выдох через правое плечо, скрутка в позе храма. Следим за осанкой, вдох. Выдох через левое плечо. Вдох, выросли, намасте между лопаток. Что? Голубой платье нужно. А где оно? Возьми. Развернулись к левой ноге, делаем вдох. На выдохе наклон. На вдохе вверх, вдох. Раскрыли бедра. Руки в замок, делаем вдох. Потерял. Иди, иди, спроси. Выдох, наклон. Вдох. Развернулись к правой ноге. На выдохе наклон. А куда ты забралась? Иди, иди, спроси. А может быть, фитрес? Вдох. Сделали шаг к правой ноге. Поднимаемся на пальчики. Вдох. На выдохе наклон. Ладошки на пол. Левая нога далеко назад. Хороший глубокий выпад. Вдох. Намасте, выдох. Следим за осанкой. Не падаем вниз. Не сутулимся, как старушки. Вот. Вдох. На выдохе скрутка, левый локоть на правое колено. Выдох. На вдохе раскрутились. Правый локоть на колено. Левую стопу развернули. Плотно прижали к коврику. Раскрываемся. Делаем вдох. Тянемся левой рукой вверх. Вдох. Позу воина. Выдох. Смотрим на правую руку. Плечи отпустили, лопатки свели. Вдох, на выдохе, наклон, ладошки на пол. Увели правую ногу далеко назад. Чатурангу. Левую стопу ставим вперед. На вдохе поднимаемся, делаем вдох. Выдох. Следим за осанкой, вдох, выдох, скрутка, правый локоть на левое колено. Раскрутились, вдох, левый локоть на колено, правую стопу прижали к коврику. Тянемся правой рукой вверх, делаем вдох, выдох. На вдохе поднимаемся. Вдох. Выдох. Вдох. Выдох. Плечи отпустили, лопатки свели. Вдох. На выдохе наклон. Ладошки на пол. Убили левую ногу далеко назад в чатурангу.
толкаемся стопами, округляем спину, волной возвращаемся. Вдох, выдох, вдох, выдох, вдох, выдох. Отпустились на четвереньки. Делаем переход. Кошка-корова, один дыхательный цикл кошка, второй корова. Господи, как хорошо, когда нет возможности писать никому. Я спокойно могу работать в клубе. Это возможно, когда все командиры начинают писать. Итак, вдох, выдох, подбородок на грудь, копчик подкрутили, спину округляем. Вдох, выдох, локти согнули. Вдох, выдох, вдох, выдох. На вдохе раскрылись позу тигра. Делаем вдох, увели ногу назад, раскрываем бедра, грудную клетку. Если вы будете закрываться, у вас начинается вот такой брейк-дэнс. Поэтому уводим ножку назад, уводим. Отпустили стопу. Еще раз кошка-корова. Вдох, выдох, вдох, выдох. Вдох, выдох, вдох, выдох. За тигра на другую сторону. Раскрываемся. Вдох. Отпустили стопу. Переход. Собака морда вниз, собака морда вверх. Ставим стопы. Вдох. На выдохе собака морда вниз, подбородок на грудь, живот втянули, пятки в пол, немножко раскрыты в стороны, толкаемся руками, вытягиваем позвоночник. Вдох, выдох, вдох, выдох, делаем вдох, собака морда вверх. Бедра не касаются коврика, стоят только ладошки и голеностопы. Не стоят стопы, а голеностопы. Тянемся подбородком вверх. Колени, стопы, еще раз вдох. На выдохе собака морда вниз. Вдох, собака морда вверх. Отпустились на живот, раскрыли. Руки положили перпендикулярно ногам. Правая нога вверх. Отпускаем в левую ладонь. Выдох, расслабились. После рабочей недели это идеальная йога. Йога для спины помогает избавиться от напряжения, снять тонус мышечный, вытянуть позвоночник. Меняем ножки местами. Левая нога вверх, в правую ладонь. Выдох. Перевернулись на спину, поднимаем ножки вверх, пальцы ног на себя, от себя, на себя, от себя. Круговые вращения стопами делаем в одну сторону, в другую, делаем вдох и на выдохе заводим ноги за голову. Сейчас смотрим, слушаем, потом делаем, когда будем выполнять. Халасана и карнапитасана на меня смотреть нельзя, потому что у вас будет достаточно мощное напряжение в шейном отделе. Если будете крутить головой, можете подтянуть связочки. Потом будет болеть шея. Чтобы этого не произошло, или смотрите и делайте, или воспринимайте только на слух. И делайте. Делаем вдох. На выдохе заводим ноги за голову. Если тяжело, то не обязательно до пола, можно на возвышенность, на диван, на кровать, на стул. Если получается до пола, то дальше продолжайте со мной в карнапедасу на колени, сгибайте, к ушам ставите. Если не получается до пола, то остаетесь в том положении, где вам возможно дотянуться ногами. Вдох, на выдохе заводим ноги за голову. Головой не крутим.
Делаем вдох, на выдохе колени к ушам. Не спеша раскручиваемся, прижимаем колени к груди, отдыхаем. Восстанавливаем дыхание. Дыхание немножко будет тяжелое, потому что достаточно сильно зажимаете диафрагму. Не переживайте, не паникуйте, это нормально. Вы не задохнетесь под собой. Левая нога прямая, правая прижата к груди. Делаем вдох, на выдохе поднимаемся. Маричасана, поза мудреца Маричи. Правая стопа прижата к коврику, пальчики левой ноги смотрят вверх. Не лежит, стопа стоит. На вдохе поднимаем руки, вдох. Выдох, наклон, обхват вокруг ноги, замок, лоб на колено. На вдохе поднимаемся вверх, стопу на бедро. Раскрываемся, делаем вдох. Правой рукой берем правую стопу, левой левую. Смотрим через правое плечо. Разумеется, многим тяжело дотянуться до стопы. Почему? Не позволяет спина, забитые мышцы, сутулость. И чтобы себе немножко помочь, можно надеть сюда ремешочек, поясочек на стопу, и у вас увеличится расстояние. Со временем вы его будете сокращать. Отпускаем правую стопу, левое колено согнули, правая рука на полу, левый локоть за правое колено. Смотрим через правое плечо в позе повелителя рыб. Обратите внимание на ощущения, всегда прислушивайтесь к своему телу, если вдруг появляется дискомфорт, боль, неприятные ощущения, особенно что касается позвоночника. Выполняйте скрутку на 50% мягче, то есть не обязательно утрировать, пусть будет вот так сегодня. Потихонечку раскрываемся, раскрываемся, раскрываемся. Йога должна быть в удовольствии. Не должно быть мучений, боли, в кайф. Переходим в позу головы коровы. Стопы лежат на коврике. Две седалищные косточки касаются коврика. Два бедра чувствуем одинаково. Если вы одно бедро чувствуете хорошо, другое хуже, двигаем в сторону стопы. Правое колено вверху, значит, делаем вдох, левую руку поднимаем вверх, правую вниз за ног, на выдохе наклон. На вдохе поднимаемся вверх. Собираем ножки Бадхаконасана в позу бабочки. Раскрываем бедра, грудную клетку. Тянемся макушкой головы вверх. Копчик давит вниз, вытягиваем позвоночник. Дышим через нос. Поднимаем дыхание снизу живота. Выдох. Вдох. Выдох. Обхватили большие пальцы ног руками. Раскрываемся в позу широкого угла или вытяжение позвоночного столба. Спину не округляем. Плечи отпустили, лопатки свели. Следим за осанкой. Уводим корпус назад. Чуть-чуть пяточки оторвались. Все, значит, зафиксировали себя в этом положении. И начинаем раскрываться. Вдох. Если будете округлять спину, вы будете кувыркаться назад. Отпустили левую стопу, правая нога прямая. Мы сейчас она поменяли сторону. Пальчики правой ноги смотрят вверх, левая стопа прижата к коврику. Не лежит, стоит. Вдох. На выдохе наклон. Обхват вокруг ноги, замок. Лоб на колено.
На вдохе поднимаемся вверх стопу на бедро. Раскрываемся, делаем вдох. Левой рукой берем левую стопу. Правой правую, смотрим через левое плечо. Опускаем стопу, правое колено согнули, левая рука на полу, прошу прощения. Левая рука на полу, правый локоть за левое колено. Смотрим через левое плечо, позитивный человек. Переходим в позу головы коровы. Двигаем стопы. Две седалищные косточки на коврике. Два бедра чувствуем одинаково. Левое колено вверху. Значит, правая рука поднимается вверх. Левая вниз. Замок. Делаем вдох. На выдохе наклон. На вдохе поднимаемся вверх. Собрали ножки в полулотос. Раскачиваемся мягкой, плавной волной из стороны в сторону. Почувствуйте разницу между первой волной в начале практики и сейчас. Насколько мягкая волна стала. Мышцы спины расслабились. Ушел тонус, напряжение. Поднимайте волну от поясничного через грудной в шейный отдел. Позвоночник должен быть подвижен. Остановились. На вдохе поднимаем руки. Вдох. Настой выдох. Переходим к пранаяме. Дыхание, жизненная энергия. Осознанно дышим, делаем вдох. Привет, солнышки, красавицы. Я чуть-чуть еще доработаю, зайка. Делаем вдох через нос. Длинный выдох через рот. Складываем губы в трубочку и делаем выдох. Вместе со мной. Вдох, выдох, вдох, выдох. Дышим в своем дыхательном ритме. Да, всем привет. Не конец, но ближе. У нас еще дыхание и шавасана, медитация. Нет, не каждый день. У нас понедельник, среда, пятница. Силовые тренировки, вторник, четверг, суббота, йога. Йога для спины сегодня, йога-растяжка, силовая йога, йога для беременных, перинатальная йога. Все это я даю в прямых эфирах в моем клубе, закрытый клуб. Там работает 9 человек на вас. Помимо меня еще 8 специалистов, которые с вами каждый день. Это психология, это сексология, это профайлинг, это эфиры с адвокатом, это эфиры с гинекологом. Для женщин это очень важный момент, женское здоровье. И также есть еще уроки вокала и танцы, стрип-пластика и тверк. Это все, ребят, за 1400 в год я даю. Сегодня последний день, когда можно зайти за 1400. Завтра будет 1600, так что поспешите, ставьте свою заявку на WhatsApp. Этот эфир с йогой, тут слово «штраф» вообще не резонно, поэтому будьте любезны, не засоряйте мой эфир. Уджая. Делаем вдох О, выдох А. Зажимаем голосовую щель. Сейчас йога для спины была. Зажимаем голосовую щель, напрягаем связки. Делаем вдох О, выдох А. Уролог есть, почему же? Привет всем.
Да, пока только йогу. Вот по поводу разницы длины ног. Пока только йогу. Вдох О, выдох А. Вдох. Ребят, не надо про штраф писать, это не сейчас. Сейчас у нас йога, если вы не заметили. Вдох. Дышим в своем дыхательном ритме. Я же говорила, что такое высокое давление. Вы вообще откажитесь от этих таблеток. В Чикагской семерке психосоматических заболеваний на первом месте давление, гипертония. Почему поднимается давление? Это исключительно психосоматическое заболевание. За исключением, если у вас не было какой-то серьезной травмы спины. Особенно это касается шейного отдела. У вас может, да, действительно давление подниматься. Но это будет зависеть уже от механических повреждений вашего позвоночника. Все остальное у нас в голове. Почему поднимается давление? Мы сидим, нагоняем себе какие-то мысли, накручиваем, начинаем их развивать. Появляется страх, внутренняя паническая атака. Что вызывает? Давление. Поднимается давление. У нас страх, нам надо бежать, нам надо что-то делать. Если вы сейчас реально понимаете, что у вас нет давления, то объясните мне, зачем вам пить таблетки? Вы просто разберитесь со своей головой, почему оно поднимается. Спасибо. Очередное дыхание. Закрываем левую ноздрю, делаем вдох правой, выдох левой. Дышим в своем дыхательном ритме. Поза царя голубей могу делать с подушкой. Без подушки не могу держать баланс. Вы все правильно делаете, что берете подушку. Претермины. Все правильно сделали, что взяли подушку. Вам просто не хватает растяжки, гибкости. Это имеется в виду гибкость квадрицепса, внутренней поверхности бедра. Здесь же, когда вы выходите в Капада Раджа Капатасана, обратите внимание. Я полностью отпускаюсь и закрываю бедра. Нужна достаточно гибкая мышца, квадрицепс, передняя поверхность бедра, ягодичные мышцы, которые у нас забиты. Поэтому вы приподнимаетесь. Сейчас будет подушечка. Со временем как подушку уменьшаем, уменьшаем, уменьшаем. Все, и убираем. Здорово, спасибо. Вдох левой, выдох правой. Это помогает? Что именно помогает? Вы имеете в виду про давление? Помогает только мне? Ребят, но если у вас такой низкий уровень осознания, ну это чисто, я сейчас про психологию, то не нужно говорить о том, что только мне помогает. Мы все одинаково устроены. Почему тут только мне помогает? Мне помогает, да. Вы, если хотите, пейте таблетки, ну в чем проблема? Я же вам не запрещаю. Вам назначили, пейте. Вдох левый, выдох правый. Дышим в своем дыхательном ритме. Помогайте людям зарабатывать миллиарды. Как будут фармакомпании жить, выживать? На что им покупать острова? Вот скажите. Яхты, дома. Вот как они будут без вас жить, если вы не будете их обогащать благодаря своим тараканам в голове? А ведь это не что иное, это ваши тараканы в голове. И вам решать, разобраться с тараканами или пойти купить таблеток и в себя запихивать эти таблетки без конца. Понимаете, за выбор всегда за вами. Вы же себе хозяева, как вы считаете. А на самом деле вы рабы. Чтобы вы тоже четко это осознавали. Человек может быть сам себе хозяин, когда он управляет своим телом. Когда он четко понимает, что такое болезнь, откуда она берется, как от нее избавиться. А вот пока вы не понимаете, как это сделать, то вы являетесь рабами. То есть это ваш осознанный выбор. Все, и кайфуйте от этого. Понимаете, я же не могу вас заставить быть счастливыми людьми. Вы от этого счастливы, это же хорошо, великолепно. Будьте счастливы, счастливы. Да, избавиться. Дыхательная практика, пранаяма, она не только от насморка. Где же работают все дыхательные пути? Также бронхи, легкие. Вот сейчас у нас все боятся за пандемию второй волны, там, коронавируса, легкие сжигают и все такое. Работайте со своими легкими.
учитесь правильно дышать, заставьте работать свои бронхи. В конце концов, у меня сколько девочек забыли, что такое баллончики с астмой, астматики. Двойной вдох правый, двойной выдох левый. Дышим своим дыхательным ритмом. Как быть счастливым на сегодня? Если вы задаете этот вопрос, девчонки, то я бы вам, наверное, рекомендовала начинать с другого вопроса. Что с моей самооценкой и с моим вообще миром? Моим миром. Не всем вселенским, а моим личным миром. Насколько у вас гармония там? Как вы себя ощущаете в своем окружении? Друзей, в окружении, там, на работе, личные отношения, там, семья, может быть, муж, дети. Вот здесь надо смотреть в первую очередь. Ведь счастье же скрывается где? Внутри нас. А что мешает быть счастливым чаще всего? Убивает в нас вот это счастье. Или какие-то подмены происходят в счастье. Наше окружение. Люди, которые понижают нашу самооценку, не дают нам реализоваться как-то. Это все очень влияет на наш внутренний мир. Муж объелся груш. Наверное, да. Вдох, вдох левый, выдох, выдох правый. Дышим своим дыхательном ритме. Это была не трение, йога для спины. Да, йога закончилась, у нас сейчас дыхание к концу подходит. Девчонки, я просто уезжала, поэтому в клубе меня было мало на этой неделе. Я вообще каждый день с вами в клубе. Каждый божий день я с вами. У меня вообще выходных нет. Снимай кофту. Блин, чисто русский. Как решиться на смену профессии? Мне 43, хочу уйти с привычной скучной работы. Взять и уйти. Вы знаете, что самое интересное? Это простое действие. Сделай. Пошагово выстрой. Путь цели и иди. То есть что вам нужно? Найти другую работу. Если вам не хватает образования в новом направлении, взяли курсы обучающие, взяли какие-то лекции, не знаю, сейчас можно все онлайн получить. То есть не вопрос, не проблема. Почву подготовили, смело уходите с другой работы на другую. С одной на другую. Все. Это просто надо делать. Вы пока стоите на месте, у вас не произойдет никакого движения. Сделайте шаг, и у вас дорога появится. Вот что важно. Осознать опять, осознать. Ребят, какая сумка? У меня йога. Я же говорю, вы подписались на человека, который ведет почти каждый день эфир. Йогу, фитнес, психологию. Какая сумка? Камон, я с сумкой должна йогу вести. Итак, ложимся в шавасану, закрываем глаза. Мой мужчина не интересуется в течение дня, где я, что я, ему пофиг. Нет, он просто хороший человек. Только абьюзер будет вас контролировать 24/7, судорожно лезть в ваш телефон, требовать фото, видео, отчет, где вы находитесь, будет максимально ограничивать вас от мира. Почему? Для того, чтобы у вас не было друзей, не было круга общения, чтобы вовремя можно было вас посадить дома на цепь, и вам было некуда бежать. Сначала это абьюзер, а потом не за горами и насилие. Поэтому радуйтесь, что ваш мужчина вам доверяет. Просто у него здоровая голова. И он вам не изменяет. Как правило, человек, который изменяет, он всегда свои действия проецирует на того, с кем он живет, проводит параллели. И в каждой женщине видит шлюху, проститутку. То есть он сам гуляет, а потом начинает на свою бабу гнать. Понятно, да? Поэтому у вас просто хороший мужчина. Вот и все, радуйтесь. Легли в шавасану. Показываю. На спину. Ладошки направили вверх. Ноги, руки расслабили. Шавасана в переводе. Поза трупа. С вами я чуть попозже выйду в эфир. Сохраню вас. А с вами поработаю в шавасане. Ну, а вы, мои друзья, если хотите тоже поприсутствовать на шавасане, помедитировать, приходите в клуб. Сегодня у вас вход 1400 рублей. Завтра будет 1600. Это годовая подписка. У нас йога 3 раза в неделю. Вторник, четверг, суббота. Все.
со своими буду дальше работать.